Прежде богатства, мы хотим спасти наш народ, обуреваем каждый власти и потерпевшие. Во что бы то ни стало, мы власти потерпевшие. Мы хотим восстановить справедливость, мы хотим восстановить законы, мы хотим восстановить демократию. Мы хотим спасти наш народ и вывести его из той ситуации, где он подозрение, которое он подозревает. Вот это наше задание. А кто может уладить это для нас? Не решайте. Главное, чтобы была установлена закона, конституция и легитимные удары. Только что военные не могут работать. Теперь, что поставили на эту прежде, решение поставили на эту прежде. Потом, в Абхазии будут первоначально постановление решения. Кто вам? Университет давно уже существовал. Просто там правительство граждан между опасными связинами, потому что там они не договорились о роде русского языка, там русского языка уже. Там были средние внутренние, которые потом не нашли национальные. То, что мы видим, я говорю, против, а в основном не опасного университета, это чушь. Вы единственные люди против всего, против отторжения власти, против всего общего сотрудничества. Эта демонстрация президента ставит единственный голос, и за это не согласен. Хотя в начале, что никакие законы не обладают, они будут устранить не полностью, потому что мы не хотели устраивать митинга, а ведь проблемы, которые состоянные, которые не разрешили. Единственный год, который мы сопоставили, это не достигло служения. А то, что там, где я хотел, как поставок, призывал, он сбережет, мы никто не желали, что я и сказал, что я его со стороны, потому что не стало. Если я хотел, то призывал, то это не сбережет. Это просто народ. Как они там, 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 как
будут отношения с проектами. Мы хотим хорошие отношения с людьми, тоже не будем делать. Потому что вы рассчитываете, там есть все члены, дают им на будущее. Вот эти я знаю, что есть все члены. Потому что у Грузии нет другого. Так вы считаете? Вот что вы нас обвиняете на антиреализацию, антиреализацию, это огромное, огромное должно быть. Так я рассказываю, если мы обвиняете я здесь сказал на то, что российская уголовка поддерживает ресурсы, амбирозные группировки в Грузии, чем привел Грузию к катастрофе. Но эта катастрофа объединена для неуспешных батюшек. Вот я там предупреждал парламент России, который сказал, что вы не хотите его. Вот что самое важное, что я сказал, что вы не хотите его, что вы не хотите его. Личное поздравление у Кирина. Оставили победы на Кирине, которые заявили. Так как Кавказ не охватило пламя всеобщего военного пожара, пока он окончательно не потерял для России, я призываю вас осудить пути переворота в Грузии, дать этим явлением политическую оценку и поддержать законный парламент его депутатов, после которых разгонники пришли в террору и решили поддержать законного президента, разоблачить террор и беззаконие в Кунцеве и призвать мировое сообщество активно действовать за защиту прав человека в Грузии, разоблачать государственный террорист перед страной и способствовать восстановлению действий конституционного строя и законной власти. Вот мое предписание было это для Марки, для работы. Теперь скажите, где вы свидетели? Обладили ли вы пламя войны, солдаты? Вот, пожалуйста. И это все благодаря этой армии войны. Так что, вот если это единица, вот это, скажите, единица, вот на столах какой-то не нарушают, на столах какой-то даже какие-то американские демократии, на самом деле, открытие, короче, снабжение оружия, даже сейчас не мог передать. Даже граждан конфликта, как будто бы очень там не могут вывести флот. Как? Военный флот не может вывести свои корабли, даже кому они надо? Сейчас передали эти прочувствия пункты по свой флот. К чему это приведет? Это приведет к авиации, кстати. И дальше авиация. Так сейчас, на Москву, а в городе разговоры покупают, когда они будут. Мы готовы ответить на вопрос.
в Евангелии сказано, и бойтесь тех, которые могут уничтожить или бойтесь того, который может сверху и вас. Одно слово, один из мощнейших факторов в политической борьбе. Если у вас какие-то, то есть проводите вы какую-то политическую борьбу на уровне печати, то есть какие-то листовки, нелегальные издания в Грузии, там, газеты, что-то. Здесь должен быть подход на основе международного права. Каждый народ имеет право на самостоятельность. Каждый народ. И бороться против этого, подавлять национальное освободительное движение, запрещать народу вот это желание иметь свое государство, независимое государство, по-моему, неправильно. И разве только выиграет, если она пойдет на встречу с желанием народов самого. Она Россия в этом случае приобретет союзник. А в противном случае она будет иметь врага, который будет. Если это совсем не туда она будет. Не так много. А если
прикрытие вот этих. Вот, наверное, вот все обвинения, которые вам сказали, это и после маски, которые я хотел индустрировать на народное знание за то, как и дома и голосовые превращаться в детей народные. Поставили на грани голоса и там сейчас. Вот вот еще я пожалуйста, они тоже все снимали, никто не увидит. У нас в Латвии почти 5 минут перехода, но путем перехода очень основательного. И на основе законодательства, а никакого противника вообще не имеет на этой службе. Без законодательства никакой инструментальной экономики. Во-первых, без определения государства, здорового государственного института, не суть. Никакая реформа. Вы просто были переговорным деле, а определяете, такая структура существует. Раз, когда после выяснилось. Конечно,
создал как раз 270-дневное гражданство. Гражданство 13-го. В этом может быть вся его вина, вся его изобретательство. Потому что он создал девственницу, вышедшую девицу. Ну, он пьяница. Другой криминальный, вы наболее? Да, да, конечно, он сейчас более больше международный криминальный. Международный. Вот и дело, что существует международная криминальная структура, ответвлением которого является общевоззрение и его режим преступный режим. Вот это является самым тревожным фактором, который должен усматривать Россия. Вот недавно Россия объявили официальную ситуацию, объявили, что Россия сядет в России. Законодательное исполнительное судебное, это предрассудительное переведение, и пятый год мафии. В России это пока пятая рука, а в Грузии единственная, вот эта пятая рука, которая в России. Сейчас в Грузии это единственная рука. Там нет этих четырех властных структур, там только единственная властная структура, это мафиозная структура. Вот какая трагедия по типу Грузии. А может быть, вот это высшая структура криминальная, может хотеть то же самое сделать и в России. Это никто не знает. Может быть, вот в Латинской Америке есть примеры, в Латинской Америке есть очень многих других регионов. Может быть, это беда, которая надвигается вообще на себя. Знаете, и на вас это тоже не было. Так что вы будете видеть, это всегда от Гайдара, от Советского Союза, от России. Как они там будут относиться, так и не будут. Будут отношения к Украине. Мы хотим хорошие России. Что вы делаете в Латвии? Потому что вы, Россия, считаете самым естественным союзником Грузии. Потенциальным естественным союзником. Потому что у Грузии нет другого. Так же и считаете, что вы нас обвиняете на антиукраинской организации и антироссийской. Это огромное заблуждение. Так и рассказывается этими мафиозами. Я здесь сказал на то, что российское руководство соответствует преступными, антиутными группировками. Грузии, тем или иным образом, грузили катастрофу. Но и катастрофа объединяется, и они очень большим. Вот мне там предупреждало, парламент России, который тогда подрежал и приветствовал. Вот ту самую Грузию, которую я сказал, на суде, когда мне приветствовал, от кого-то пошел личное поздравление. Путина, отправили на победы на Украине, на которую летать. Пока Кавказ не схватило пламя всеобщего военного пожара, пока он окончательно не потерян для России, я призываю вас осудить пути переворота в Грузии, дать этим явлением политическую оценку и поддержать законный парламент его депутатов, против которых достойно не прикрыть террор и репрессии, поддержать законного президента, разоблачить террор и беззаконие в пункте и призвать мировое сообщество активно действовать за защиту прав человека в Грузии, разоблачать государственные террористы в этой стране и способствовать восстановлению действий конституционного строя и законной власти. Вот мое предписание было это марте. Тебе скажите, было или не было? Обратили за рекламе войны. Вот пожалуйста. И это все благодаря этой самой Украине. Так что вот если это единица, вот это политика единица. Вот на словах как будто они не помогают, на словах как будто даже какие-то антироссийские демонстрации, на самом деле отсеяние продолжается, снабжение оружия и ресурсов. Даже сейчас плохо всегда. Разыграть там конфликт, потому что очень там не могут вывести флот, как военный флот не может вывести свои корабли, даже кого они надо. Сейчас передача этой ресурсной пункте открой флот. Чего это приведет? Это приведет к расправительным процессам. И даже Обговорить, писание можно для обитателей, для инфекционных, для обитателей,
Там